Новогодние и рождественские утренники давно прошли, однако в одном из детских садов приморской столицы все еще стоит елка, а зал украшен игрушками и полон не только собравшимися детьми, но и их родителями. Виновники торжества – педагогический состав детсада, которые подготовили целую концертную и развлекательную программу под названием «Свет души». Что же это такое и зачем нужно, мы узнали у заведующей учреждения. Он направлен на оказание помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. И цель нашего проекта – оказать адресную помощь детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Воспитатели детского сада номер 26, который и стал площадкой для мероприятия, оказались по-настоящему изобретательными и творческими. Они сумели поставить целое рождественское представление, использовав по максимуму способности дошкольников, да еще и по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Костюмы, вокальные представления, танцы и, главное, грамотно поданная мораль «Творите добро» – все это стало частью концерта. Впрочем, в представлении приняли участие не только сотрудники детского сада и детвора. Это наши родители, естественно, наши воспитанники, социальные партнеры группа «Акварелька» сегодня пришли и порадовали нас своими выступлениями. Оказалось, что мероприятие «Свет души» состоит сразу из нескольких частей, и концерт по мотивам «Щелкунчика» – лишь первая из них. Далее последовал мастер-класс, где дети вместе с родителями могли поупражняться в искусстве аппликации. А в спортивном зале детсада всех уже поджидали горячие пирожки, булочки и пирожные. Все приготовлено родителями воспитанников, а вырученные с продажи угощений деньги пойдут на благотворительность. Кроме того, на первом этаже любой желающий мог купить поделки, выполненные детьми, а также их родителями, для которых творить добро – не пустые слова. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.